честно говоря, не налюбуюсь. Я тревогу никогда такого не видел. Я стараюсь быть. Вы долго еще там будете разговаривать? Мы вам не мешаем здесь, нет? А я знаю, что это за артистка. Настя Макеева. Кстати, я читала вон в прессе, что это вы ей предложили, сделали предложение, вот сейчас об отказку идете. Она взяла и сбежала от вас. Я считаю, что есть два варианта. Либо у тебя есть женщина, которую ты любишь, и тогда у тебя одна женщина. Либо, как любят говорить в информатике, у тебя ноль женщин. Это что может быть? К чему? Бла-бла-бла-бла-бла. В сухом остатке. Вам 39 лет. Мы женаты не были, детей нет. Да, а что вы сейчас сидите в прелесть, в пале, и все у вас там замечательно? У вас все плохо, на самом деле. Бабы нет, детей нет. Ноль женщин, как ноль женщин. Лариса похожа на вашу бывшую любовь. Да, мы это отметили. Причем на обеих. На обеих. Сюрприз у нас будет экзотический. Коллеги же.